Всем привет! Сегодня тестируем вот такой тестер. Определяет качество тормозной жидкости. Значит, на тесте у нас Toyota 2020 года. Сейчас будем проверять тормозуху. Должен светиться хотя бы 2%. Посмотрим. Светит с красным. То есть говорит о том, что надо тормозуху менять. Гигроскопичность. Окей, проверим сейчас свежую тормозуху. Здесь у нас вот такая тормозная жидкость DOT 4. Сейчас мы ее в крышечку ливанем. Проверим тоже. Так. Уж красным светит. Ладно, старая. Купим новую. А теперь абсолютно новая жидкость от Polymerium DOT 4. Один процент показывает, ближе к двум, то есть совсем в ноль не уходит. Гигроскопичная вещь. Тестер работает, количество воды в тормозухе определяет. Не то что количество, процентовое, но есть что-то в этом приборе.